В региональном центре по связям с общественностью состоялась пленарная сессия «Добровольчество 2019. Основные векторы развития». Участниками встречи стали представители органов государственной власти Омской области, муниципальных районов, вузов, СУЗов и добровольческих объединений. За активную волонтерскую деятельность поощрили тех, кто принимал участие в мероприятиях прошлого года, в конкурсе «Доброволец России», во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, а также других значимых событиях в жизни региона и страны. Практически в каждой сфере деятельности волонтеров были отмечены свои герои. Событийные волонтеры – это те, благодаря кому мероприятия проходят. Потому что у нас было, например, 5 тысяч на мероприятии. Было 3 тысячи спортсменов, в районе 2-3 тысяч приглашенных, глав делегаций, вип-гостей. Но, как вы понимаете, примерно столько же было волонтеров, потому что волонтер – тот человек, который подскажет, куда идти, который поможет скоординировать расписание, который всегда знает, где что можно найти даже в неизвестном для него городе. Мы представляем направление добровольческой деятельности, такое как добровольство в чрезвычайных ситуациях. Вот, то есть это помощь оперативным службам, таких как полиция, да, по поиску пропавших людей где-то в природной среде. При ликвидации каких-то чрезвычайных ситуаций тоже наши добровольцы принимают активное участие. И стараемся как-то работать в этом направлении и делать наш мир безопасности и работать над повышением уровня безопасности нашего населения. Обсудили основные векторы развития движения в регионе и сформировали план единых действий для всех волонтерских организаций. На сегодняшний день все регионы активно участвуют в реализации национальных проектов в исполнении майских указов президента. И один из подпроектов национального проекта образования называется «Социальная активность» и как раз направлен на развитие добровольчества, на развитие молодежной активности, студенческой молодежи. Это как раз позволит продолжить создавать те условия для развития добровольчества в нашем регионе, которые были созданы в год добровольца. Отметим, что на сегодняшний день в Омской области действует около 600 добровольческих отрядов и объединений. В волонтерскую деятельность вовлечены около 100 тысяч человек.